Всем привет! Вы смотрите видео на канале Бомбарбет. В это честный обзор отеля. Сегодня мы говорим о кубинском отеле Iberostar Tainos. 4 звезды. Но если 4, это не 4. Так, меня поправит топовый эксперт Алла Глыва, директор агентства «Горящих путевок Турбар». Аллочка, привет. Приветик. Да, хотелось бы сделать обзор хоть одной четверочки, а то мы как-то все время говорим о 5 звездах. Делакс. Да, и хотелось бы просто немножко рассказать, что такое 4 звезды на Кубе. Mm-hmm. Говорим мы об отелях сегодня на Варадеро, основной курорт, который находится за 2 часа езды от Гаваны. И в основном все клиенты, конечно, выбирают Варадеро. Островной отдых немножко другой, это будет в других эфирах. Сегодня о Варадеро, 4 звезды Iberostar Tainos. Находится на берегу, 4 не делюкс, но очень твердая четверочка. Mm-hmm. Работает по питанию, все включено. Завтрак, обед, ужин, плюс напитки алкогольные, так и безалкогольные бесплатно. Конечно же, они идут хоть и не импортные, но, например, вкусный испанский брют присутствует. Угу. И ром местный, он достаточно качественный, скажем так, да, как, скажем так, как родина этого напитка, поэтому все коктейли и сам ром — это абсолютно качественное питье, скажем так, алкогольное, общем, которое не Турция, как говорится, да, как там Турция или Египет все сравнивают. Нет, здесь с алкоголем все в порядке, и та же история с питанием, потому что это все свежее, это вот все с моря, это вот все мясо, все при вас готовят, и даже в 4 звездах, пусть не королевские, но есть креветки, пусть небольшие лобстеры, но они есть, на обед или на ужин. Очень вкусная еда, без всяческих специй, каких-то добавок. То есть это вот абсолютно, скажем так, приятное европейскому человеку питание. Для кого? Для кого? Мой любимый вопрос. Для кого? Для кого? Это семьи и пары. Не могу сказать, что здесь вот как-то принято компаниями. Вот все, кто в основном по моей статистике бронирует, это либо семья с детками, либо, ну, компания, но с детками, либо пары. Здесь точно так же можно провести символическую церемонию, точно так же есть беседка, все условия, координаторы, можно все заказать. И много, скажем так, довольных именно семей, которые ездят с детками. Что касается самой территории, это основное есть здание, есть бунгало. И бунгало сейчас больше в лучшем состоянии, потому что в прошлом году, в прошлом или позапрошлом был ураган, да, и они были очень хорошо так потрясены. Вот, и была реконструкция. Да, да, то есть их больше как-то реновировали. Основное здание менее пострадало, поэтому реконструкции практически не было. Ну, кстати, в предыдущих видео Алла Глыва говорила, если вот вы посмотрели, в прошлом году вне сезон был ураган на Кубе, значит, в этом сезоне все будет в порядке. Вот в порядке минимум 3-4 года. 3-4 года, так что... Ураган идет просто по статистике раз в 4, раз в 5 лет, поэтому даты, которые я всегда озвучиваю, что ехать не нужно, а это с конца августа по середину сентября, без проблем в этом году, в следующем можете планировать, урагана не будет. Но на 99% обещаю. Так, отель замечательный, с анимацией, да, но она здесь не навязчивая, такая, не напряжная, то есть здесь все, хочешь участвовать, пожалуйста, хочешь релакс, пожалуйста, хочешь только на пляже, окей, то есть никто никого никуда не тащит, вечернее шоу, да, вот, собственно, мы смотрим номера, вот они такие и есть, стандартные, в светлых тонах, то есть тут преобладает беж, голубой. Вот гостиница такого плана. Вот. Что в этом отеле? Пляж? Вот. Пляж, песок, белоснежный, все как везде. Все как на Кубе. Да, все как везде на Кубе, никаких кораллов, ничего нигде нету. Зеленый, небольшой, он компактный достаточно, несмотря на то, что есть разные, да, и бунгало, и основное здание, он небольшой. И, в принципе, аналогично, ну, как бы, что...
парус, каяки, что? Ну, водные виды спорта. Все, абсолютно все есть, катамараны, снорклинг, можно взять маску на прокат. То есть независимо от того, что пляж песчаный, обязательно где-то есть, куда-то отплыть, чтобы посмотреть на кораллы немножко дальше. Вот, поэтому в любом случае для семей, для пар, компактно, ненавязчиво, тем не менее весело, с замечательным пляжем и с хорошим питанием и all inclusive. Что есть для деток здесь? Для деток есть тоже мини-клуб, есть анимация, но тоже ненавязчиво. Я не могу сказать, что прям акцент идет на детей. Бассейн детский, мне ничего такого. Хотя, честно скажу, что, например, почему на Кубе нету прям мега акцента, там, например, на детский бассейн или что-то вокруг него, или какие-то горки, потому что здесь в основном все на пляже. Он комфортный, песок не горячий, вода не холодная, не горячая в океане. То есть все время сидят да, то есть бассейны так, чтобы было, как говорится. Ну, конечно, потому что действительно мы преодолеваем достаточно длинный перелет, и мы летим все ради этого, и каждого дневного эффекта вау от океана. Если говорить про мини-клуб, то практически в каждом отеле, который принимает детей, в этом в частности, это с 4 до 12 лет. Итак, подводим итог. Рекомендуешь, не рекомендуешь? Для кого? Минуты. Рекомендую. Хорошая четверка. Рейтинг средний выше 4 из 5 по любым трип-адвайзерам, топ-хотелсам, букингам. Это абсолютно легко проверить. Ненавязчивая анимация, неплохой сервис, хорошее питание. Отличное, я бы сказала, сочетание цены и качества, как для такого отеля. Итак, друзья, забронировать тур в этот отель Iberostar Tainos 4 звезды вы можете на сайте hottour.com.ua и в сети агент «Горящий Петёк». Алла Глыва его рекомендует. Рекомендует лететь туда отдыхать. Кстати, подписывайтесь обязательно на наш YouTube-канал Bombardier TV, ставьте лайки этому обзору. Пишите комментарии под этим видео. Возможно, вы хотите еще, чтобы мы сделали обзор какого-нибудь отеля на Кубе. И не только на Кубе. Алла Глыва, топовый эксперт, подготовит для вас обзор любого отеля в любой точке мира. Спасибо большое, что была сегодня в нашей студии. Ждем следующих обзоров. Друзья, следите за обновлениями. Спасибо всем за внимание. До следующих встреч. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hottour.com.ua. Добавьте сайт в свои закладки. Он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка «Свой город». Выберите удобное для вас агентство. Заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха!